Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это Hello Neo, ой, господи, это GTA San Andreas Definitive Edition, продолжаем проходить. Надеюсь, ничего лагать не будет, я сейчас пытался записать, опять что-то лагало все. FPS немножко проседает, да, все еще. Приходилось перезапускать компьютер, закрывать некоторые программы, которые через диспетчер задач. И FPS все равно проседает. Короче, был только что в эмунации. Там опять катсцена лагала, опять звук лагал. И мне кажется, сейчас опять будет то же самое. Если будет то же самое, я не выпущу это. Короче говоря, был только что в эмунации. И цены там поднялись. Не знаю почему, но поднялись. Короче говоря, как... Хорошо в Лас-Вентурасе. Такие красивые неоновые огни ночью. И на деревьях даже. Ну давайте задание. Дон пьет. Алло. С кем я говорю? Это Си-Джей. Правда, ты что ли? Да. А возможно, это правительственный заговор, который пытается тебе мозги промыть. Так что не на что не соглашайся. Ну, неважно, как дела? Сделай мне одолжение, Карл. Думаю, у меня появились постоянные пожиратели кармы. О, ты умеешь внушать. Я отвез двух одиноких странников в дебри пустыни, на сафари, несколько часов назад. Мы видели духовный свет и общались с королем ящериц каким-то. Очень смешно, ну и как оно? Вот в этом-то и проблема, я не знаю. Я сейчас в Лос-Антосе. Час назад я проснулся в какой-то японской бане. И понятия не имею, как я там оказался и где они там. С ними должно быть все в порядке? Не знаю. Они англичане, обыкновенные трудоголики. У них нет опыта по выживанию в пустынях. Ладно. Где вы там разбили лагерь? Могу съездить туда посмотреть. Я помню, что отвозил их куда-то на Арго де Леосте. Там какой-то закат был. Лучше начни поиски там. Ладно. Ну, хотя бы касцена не лагала, в отличие от раза, который я в прошлый раз записывал. Который я только что записывал. Там-то и касцена, и звук лагал в касцене. Сейчас-то лучше много. Ладно, давайте посмотрим, что у него там за странники. Вроде бы звук не лагает, значит, перезагрузить компьютер было верное решение. Да, без бандикама, без записи, оно вообще не лагает, даже 60 кадров идет. А тут что-то, а с бандикамом оно что-то подлагивает. Это не очень-то нравится мне. Да, сейчас, по крайней мере, звук не лагает. Вот реально. С лагающим звуком, с медленно прогружающимися текстурами, я бы точно бы не стал записывать и выпускать это. Кому такое интересно? Кто такое смотреть будет? Это же некрасиво вообще. Возможно, я две серии, кстати, по этой игре сегодня запишу. Но точно, но обе точно выпущу, не сегодня. В разное время буду выпускать. Надо еще Hello Neighbor моды поснимать. И вторую часть Hello Neighbor тоже продолжать проходить. Ну и сотый выпуск по модам на соседа надо еще снять. А давайте тут свернем. Навигатор что-то куда-то не туда показывает, хотя нам... Хотя, судя по радару синему, нам туда. Ладно, давайте по короткому пути поедем туда. Хотя я ехал. Хотя, когда я обычно играю, я еду вообще по другой дороге. Да ну разворот. Да ну эти развороты, я поеду туда. По этой дороге. Навигатор этот туповатый немного, конечно, поэтому. Поэтому иногда путаюсь. Просто я город не вызучивал полностью. Поэтому. По навигатору ориентируюсь. Опять какая-то, опять мусор на дороге текстурный.
Кривоватая дорога, конечно, не очень это прикольно. Трава в воздухе. Да, что за у этого мистера правда реально не так. Проснулся в какой-то японской бане. Как это так, ё-моё, в смысле? Что-то у него реально не так. С ним самим, блин. Алло! Есть кто? Меня послал мистер Правда. Сюда. Эй, у вас все в порядке? О, блин. Ну и... разрази меня гром. Где это я? Не знаю, друг. Мне тут такой сон приснился. Как будто я дрочил над грудахами этой... слушай. Ты просто психопат. Ты опять за старое, что ли, взялся? Это сафари такой отстой. Я тебе миллион раз говорил. Всякую дрянь всыпаешь опять. А ты кто такой, кстати? А, я друг Правды. Он сказал, что вас надо в город отвезти или куда-то. Ох, как я облажался. Да не облажался ты, ё-моё. Я не чувствую ног. Без них я не смогу. Да встань ты, ё-моё. Мы испытываем все это каждые выходные. О, блин. А какого фига вы тут делаете вообще? Какую-нибудь тряпку есть, я, кажется, навалил. О, господи, куда вас отвезти? У нас есть друг Рози. У него есть казино где-то в Лас-Вентурасе. О, ладно. Да, блин, выброси ты это. Хорошо, Ладис, идем. Пошли. Стервятник, черт. Ничего со стороны не видно, ё-моё. Йоу, парни, едем. Полезайте в машину, блин. Зачем, кстати, правда, их вообще сюда привез? Нафига? Где остальные из вашей группы, а? Макер, где наши парни из группы? Да откуда ж мне знать? Помню только змеи и очень-очень много змей. Здесь недалеко есть змеиная ферма, можем съездить туда и посмотреть. Интересная зацепка змей, блин. Ты такой бледный, как утопленник, чувак. О, меня сейчас вырвет, походу. Чувак, поешь что-нибудь. Выйди, выйди, выйди. Блин. Чувак, выйди, пожалуйста. Останови машину. Да стою, стою. Иди давай. Иди, вырывай быстрее. Блин. Сам себе горло надорву, блин. В попытках изображать это дело. Да, ну, кстати... Кстати, можно и не останавливаться. В принципе-то, тогда он блеванет в машине, но нет, от этого ничего не изменится. Мы на месте. Узнаете это дело? О, Salt World какой-то. О чем ты говоришь? Взгляните на них! Это же они! Этот городской пацан занимался любовью с моей сестрицей. А она даже на мою сторону не смотрит. Вот он. С тех пор у нее все время боли. Я прихлопну тебя добиться. За опухоли те. Сейчас мы вам покажем. Блин, что у нее с рукой? Вы посмотрите. Сейчас мы вас пристрелим. Ай-яй-яй-яй-яй. Больно, 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 больно. Ой, эти парни едут. Не подходи! Нет! Нет! Они меня сейчас убьют! Да не подходите, вот эти, когда я расстреляю. Так вот. Козлы, блин. Полезайте в машину скорее. Быстрее, пока меня копы не схватили. Вот так.
скорее едем отсюда. Короче говоря, едем в Калигулу. Так называется казино. Где-то там в центре этого гор. Ё-моё, чё происходит, блин? Да, этих парней лучше расстрелять, потому что иначе они за нами в казино поедут. Рози, это парень, чувак, чё ты несешь? И хватит уже заниматься этой фигнёй. Это просто гамбур достал. О, звездочку надо взять. Хватит это уже говорить. Эх, у этого макера реально что-то не так с психикой, по-моему. Сворачиваем тут. Все, розыск отпал, слава богу. Короче говоря, те парни, если бы мы их не расстреляли, они бы с нами бы до казино ехали. Лучше сразу от погони избавиться и сразу ехать туда. О, отлично, вообще ничего не лагает, даже 60 кадров есть. Но вы их, правда, на записи не увидите. К сожалению, почему-то на записи они не сохраняются. 60 кадров. А у меня, я их сейчас вижу. Ну, сейчас, поскольку начал появляться город, у меня 60 кадров пропали. Но они бы были бы, если бы не бедняка. Едем. Быстрее. Ой, блин, что я сделал зачем? Давай, пошли, познакомишься с Рози. Я Кент Пол, пришел к Рози. Эй, босс, тут вас кто-то хочет видеть. О, пусть уходит, у меня мигрень. Эй, Рози, это я, Пол. О, боже. Не, больше нет смысла жить. Ладно, пусть заходят. Рози, как ты, братан? Я надеялся, что однажды смогу избавиться от головной боли, чтобы уйти на пенсию и жить в покое. Говорди за миллион. От всех, кого я знал, я вместо этого это казино, блин, получил. Это же я, Кен Пол, братан. Ну здорово, Пол. Какой приятный сюрприз. А это кто такие? Это мои друзья. Макер и Карл. Здорово. Хочешь копченого голубя, босс? Пойду и подстрелюсь с одного. Самого лучшего. Да не утруждайся ты его. Я тут сижу по уже в дерьме. Каждый мафиозный верзил от Ливердизити до Лос-Сантоса. Сыт мне прям в лицо. А тут появляешься ты, Гинбул, и становишься свидетелем этого дела. Чего у тебя стряслось? Многочисленные, тягостные, непреодолимые, безрассудные... Невнимание. Все в порядке, босс. Пол тебе поможет. Дай немного передохнуть, но... Я позвоню тебе, чувак. Ладно, до встречи. Это не тебе, Макер. Пол. Алло, Вузи. Кажется, я нашел способ обчистить казино Калигулу, не вызывая подозрений. Потом расскажу. Знакомьтесь, это был Кен Розенберг. Да-да, тот самый Кен Розенберг из GTA Vice City. Именно он самый. Так, алло. Здорово, Карл, это Пол. Слушай, Рози в замешательстве. Я подумал, ты мог бы нам помочь. Заходи к нам в офис, я тебе дам встречу. Ладно, окей, зайду. Вот брони бы, конечно, не помешало бы взять. Ну да ладно. Я думаю, для этой миссии она не сильно понадобится. К
Калигула казино. Тоже очень красивое казино. Но казино 4 дракона красивее. Но это, по-моему, больше размером. Давайте изучим его, посмотрим. Барчик такой вот. Столики. Красиво довольно-таки сделаны. Хотя, в то же время, здесь пустовато немного. Людей не так много, но довольно-таки прилично. Думаю, нам там нечего пока делать. Дверь как вроде бы тут должна быть дверь, но ее почему-то нету. Ну ладно. Не пойду я пока туда, нечего там делать. Рановато нам еще в этот подвал. Так, ладно, где у него тут кабинет-то его? Intensive care. Эй, Рози, вставай, тут Карл пришел. О, здорово. Ну и как дела? Там в бассейне. Классное занятие плавать, смотри. Да, отойди ты от окна. Че у тебя такое, ё-моё? Расскажи ему. Я в полной заднице, чувак. Ну, не раскисай, рассказывай дальше. Я постараюсь. Короче, у меня были власть, деньги, женщины. Но я не смог завязать с наркотой, меня отправили на реабилитацию. И все наперекосяк пошло. Когда я вернулся, я стал представителем мафии из Либерти-Сити. И вот... Я попал сюда. Ни одна семья не доверяла другой семье управлять этим казино. Меня выдвинули как нейтральную сторону. И теперь я провожу дни в ожидании, пока одна семья не грохнет меня и не обвинит в преступлениях. Мой единственный друг — это попугай. А никогда в своей жизни никого не убивал, если вот этого не заслужил. А, блин, дай-ка подумать. Ты должен по-быстрому рассказать о своих последних делах. А, ладно, окей. Синдака находится на тропе войны. Я имею в виду, что с Джонни там что-то ужасное произошло. Он лежит в коме в госпитале в другом конце города. А Форелли воспользуется случаем, чтобы избавиться от него. Если любая стычка между семьями затронет и меня, в мою сторону полетят топоры и все так... Да, тихо. Короче, пофигу. Я поеду туда, в госпиталь, и заберу его оттуда. Вот видишь, все не так уж и плохо, чувак. Эх, бадаум. О, господи, надо забрать Джонни из больницы. Вот какой я пытаюсь спасти парня, которого до полусмерти напугал. Если он начнет... Если он увидит, начнется и увидит меня, то все, трындец будет тогда. Ладно, поехали в госпиталь. Будем... Надо очень постараться, чтобы он не увидел Си-Джея. Иначе у него сердце вырвется наружу. Здравствуйте, сэр. Чем могу помочь? Я пришел забрать мистера Синдако. Мистера Синдако? Тут какая-то ошибка, наверное. Скоро я уже его увезла. А, окей. Благодарю. Это проблема. Забрали мафиози.
скорее всего, на скорой. Надо покататься по городу и каждую машину скорой помощи проверить. Мы на карте видим три. Одна из них это... В одну из них должен быть он. И, по-моему, здесь тоже... По-моему, я не знаю, но скорее всего... Здесь тоже только с третьего раза обязательно угадать можно. То есть угадать нельзя, тут по-любому только с третьей машины он будет. Ну, во всяком случае, у меня всегда только с третьей получалось. Так, врезаться в машину скорой помощи. А почему нельзя просто заглянуть внутрь? Просто если я врежусь, она поднимет тревогу и... Нет. Ну да, здесь не угадаешь. Тут по-любому встретить. Это настоящая машина. Мафию предупредили экстренным вызовом из машины скорой помощи, которого только что напали. Это очень-очень плохо, потому что они могут по-быстрому уехать. Да, и, кстати, они наверняка попытаются удрать от нас, а нам придется в них врезаться до тех пор, пока у меня не загорится машина, блин. И долбить ихнюю машину тоже особо-то нельзя, иначе... О! Все-таки можно угадать! Все-таки можно угадать! Это второй раз! Это только второй раз! У меня до этого всегда только с третьего получалось. Так, ладно, придется побить машину, только... Надо постараться свою машину не угробить и ихнюю тоже. А, тут по скрипту надо побить именно обязательно. А так замедлить ее нельзя просто. И бумс! А если... А я буду в нее врезаться, там Джонни плохо не станет от этого. Вдруг он там травмы еще. Ой-ой-ой-ой, нифига себе, она же. Если бы. Хорошо, что не перевернулась, иначе пипец бы был бы тогда. Да сколько мне еще бодать надо ее? Оказывается, в этой миссии угадать можно. О, я вижу, кстати, его там внутри. Он там сидит. Не лежит в коме, а сидит. Кто лезет в дела Форелли, ё-моё? Так, быстро-быстро надо их убить. Так, надо подальше держаться от них, иначе они меня убьют очень быстро. Ой! Машина бы эта меня бы еще не переехала. Тут еще один мафиози где-то был. Вон он стоит там. Сейчас отведаешь силушки скорострельные. Едем скорее отсюда. Ой, беда. Надо оторваться от них. На скорой помощи я так долго буду. О, врезались они там прекрасно. Потому что если я буду пытаться обстреливать их, есть риск, что я подорву их и себя. Чай не в первый раз. Такое. Да... Как это отключить, ё-моё? Всё. Наконец-то я хоть слышу свои мысли. Эй, Джонни, как у тебя там?
Не думал, что ее выпишут так рано. Блин, не думал, что... да, так. А тут поблизости никакого магазина с оружием нет? Как жаль. А, ну вот здесь есть. Недалеко магазин. Так что... Блин, это из скорой помощи, что ли, звуки эти? Я немножко недопонимаю. Так, блин, слушайте, давайте-ка туда не поедем, давайте лучше поедем сюда. А то тут маршрут будет опять целыми днями куда-то гоняться. Навигатор будет опять не туда показывать. Короче говоря, выполним еще одно задание от Калигулы. И тут еще на карте появилось задание от продажных офицеров. Но мы к ним тут пока не поедем. В следующей серии мы к ним поедем. И, кстати говоря, как оно появилось на карте, нам непонятно, как Карл должен догадаться туда съездить. Офицер Тенпенни это как бы нам не звонил. Так что фиг его знает. Блин, какая красота с этими неоновыми огнями. Все-таки, ё-моё. Надо брони взять. Совсем брони мало. Точнее, у нас ее нет. Я думаю, она пригодится на задании на следующем. Покупаем по-быстрому броню. Видите, на 40 долларов дороже броня стала. И с другими оружием. И другие оружия тоже подорожали. Другие виды оружия. Ну, кроме брони больше, я думаю, ничего нам не нужно. Едем в Калигулу. Да, это из скорой помощи, походу. Блин, навигатор тупой. Как я должен там заехать? Там же стены. Имеет бизнес. Ох, блин, я вернулся. О, я вернулся. Давайте начнем представление. О, доктор вернул пациента к жизни. Шикарно, просто шикарно. Жизнь налаживается, значит? Нет, я все еще в дерьме. В полном дерьме, но сейчас хотя бы в подобающем настроении. Что мы делать тобой? В любую минуту. Мафиозные пули могут меня размазать по стене.
По моей стене причем. Ох, просыпал тут. Ну. Да выкинь это из головы. Классная мысль, Донни, но знаешь что? В этот раз не выйдет. Слушай, чувак, возьми ты себя в руки. Да-да, взять себя в руки. Возьми все под контроль. Да, взять быка за рога. И показать всем, кто главный. Я босс. Я босс. Да. Давай порвем этот город на куски. Я об этом и говорю. Куда же мы идем-то? Детали, детали. Пошли просто и все. Покажи всем, Макер. Что у тебя с тобой, блин? О, опять на скорой ехать. Надо было другую машину взять. Ну да ладно. Пофиг. Хорошо, мистер Босс, куда мы едем? Мы должны навести Синдака визит. О, блин, меня на нос течет, как у беговой лошади. Какая же крутая травка все-таки. Слушай, езжай давай быстрее. Так ты хочешь выйти из игры? Да, похоже на то. Я хочу заняться чем-нибудь безопасным, законным и скучным с людьми, которые будут нравиться. Найти жену, завести детей, семью и все такое. Посмотрим, что можно сделать. Благодарю, я просто устал от всей этой чуши и все такое. Всю рубашку себе осыпал. И остальное, блин, тоже. Эх, лучшая рубашка, кстати, была. Кстати, еще одна фишка, которую в ремастере исправили. Исправили, да. Вроде бы. Я вижу. Это то, что... Игровая модель Розенберга в оригинальной GTA San Andreas, у него белые очки. Хотя в катсцене они такие, темные. Здесь так же, как в катсцене, тут все поправили. Красавцы. Это не так, критично, как скандал был, в первой гонке. Я босс, 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 да, я босс. Соберемся, кстати. Да, точно, поправили. Что случилось? Мы пойдем? Ну, ты иди, а я подожду тебя тут. Слушай, ты должен пойти со мной. Я справлюсь, я в этом уверен, знаю, что справлюсь. Но прошу тебя, пойди со мной. А то я запачкаюсь тут везде. Пожалуйста. А, ладно, ладно, ладно. Черт, что-то плохое у меня предчувствие. Надеюсь, что все будет в порядке. Просто помни, что ты главный. Я босс. Я босс. 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 Здорово. Ваш босс хочет увидеть Кен Розенберг. Кто? Кен Розенберг. Кен Розенберг. Парень, который рулит за ним городом. Ну и как там Джонни? Чувствует себя лучше. Даже что-то съел этим утром. Кен. О, блин. Как поживаешь, чувак? Неплохо, как ты? Да, нашли кошмары снятся все еще. Легкий приступ поноса, но выкарабкаюсь. Похоже. А это кто там сзади? Как поживаешь, Джонни? Это он. Он самый. Мое сердце. Блин! О, кажется, этот парень загнулся. Да, Карл. Правдивые у него предположения были. Увидел его и сдох на месте. Просто взял и сдох. Сердечный приступ произошел. Да уж, знатно мы его на капоте покатали в тот раз. Ой, беда. Так, надо избавиться от них, от всех, блин. Контрольная точка сохранена, это прекрасно. Давай, туши пожар, ты же там огнетушитель нашел. Отведайте, силушки, скорострельные.
Ай, больно. Чего я жду? Я смотрю, есть ли еще кто или нет. Ой, больно, 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 на меня-то не дуй. О, будь они прокляты. Ой, еще идут. Ой, слева заходят. Ай, больно, 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 больно. Как же больно, ё-моё. Блин. Ой, у него бита. Успел на кнопку нажать, вот зараза, а. Ай, блин, больно, больно. Нет, перезарядка, нет. Да откли... Да... Ладно, сиди там пока, пока я от этих долбоящеров не избавлюсь. А тут нигде нету сердечка случайно. Так, туда лучше не прыгать, я думаю. Сколько же там крови, а? Да сдохните вы все быстрее. Это так вызывающе, Томми. Какой Томми? Так, еще там трое находятся. О, вот так, вот еще один. Еще один последний где-то тут. А нет. Ой, лучше назад отойти. Безумие творится в этом деле просто. Сколько их там, ё-моё. О, господи, кошмар. Эх, броня за заборчиком находится. За решеткой этой, точнее. Ее можно сломать? А, надо в морозилку сбегать. Ладно. Так, давайте-ка я вот это возьму, чтобы... в помещении нельзя бегать. Это морозилка, оказывается. Вот оно что. минут уже, блин, записываем. Так, тут еще парней сейчас будет много. Сейчас еще один будет вот здесь. Тут еще вот тут будет где-то. Стой, куда побежал? Все, всех убили, побежали отсюда нафиг. Выход на другом конце, да, я тут уже стою, давай, беги быстрее. Чё у тебя, ё-мо? Ой, оружие-то заканчивается. Надо будет в Аманацию съездить, купить еще. Поехали. Не, еще одну серию записывать сегодня не буду. Уже темнеет. Да отвези меня назад в Калигулу. Успокойся, доверься мне. О, мы неплохо работаем в команде, да, Сиджей? Ты и я. Разорвем этот город на куски. Никто нас не остановит. Никто в этом мире. Джонни уже в прошлом, и как вся его банда. Тоже мне нашли с кем тягаться. Ох,
Я все еще в заднице. Не знаю, что мне делать. Ты должен успокоиться, чувак. Прикинься идиотом, я придумал, как вытащить тебя из этой игры. Просто высади меня в аэропорт. Не. Пока еще рано. Я обещаю, что-нибудь придумаю. Ну, Синдака покончена, а вот еще же две семьи остались. Это Форель и еще какая-то одна семья. Пока что, которая нам неизвестна. Выходи внутрь и успокойся. Пусть думает, что ты расслабился на прогулке и все такое. Успокоиться, да. Я спокоен, офигительно спокоен. Короче, на сегодня закончим, пожалуй. Всем спасибо за просмотр, с вас лайкос, подписывайтесь, меня эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал, субтитры рубль ВКонтакте и всем пока.